Ну, насколько я помню, Грейшарк сейчас свои билды оптимизировал, и у него там билды, по сути, плюс-минус похожи на стандартные сборки. Так что... Не думаю, что там какая-то хуета лютая будет в этом билде. Для тебя я командир Трезден. Так точно. Давай. Ми... Ми... О, Грейшарк. 36-й патч? Блять, что это? Какой Дейдалус? Какая кираса? Ёппарасете! Ладно, сборка своеобразная. Блять. Ладно. Захожу с фланга. Есть. Один чел ставит по 10 кабалов, а все остальные по 250. Так и что? В пути. Один человек поставит 250 на луз. Я проебу, и он огромный банк может с этого поднять. Так, к примеру, как бы. Здесь пиздатый вард желтый поставь. Не поставлю. Да. Паджика у них там нету. Теперь не уйдешь. Не прокликался, ладно. О, там вард. Да я вижу, что он там. Есть. А он видит, что я здесь. Иду вард ломать, будешь мне мешать? Жалко. Че, реально не мешаешь? Незамедлительно. По халяве просто вард мне подарил. Ладно. Не, а нахуя мне гантеля? Если я гантелю в брейсер не апу или там в соло ринг. У меня тут вопросики сейчас грейшарку возникать будут к его билду. Кто он насрал мне тут в инвентарь? 6 танга, ну ладно, 6 танга я могу понять. Может тут харас раз харас сейчас будет. А по челю же нужно отыграть по сборке Грейшарка. Выполняю. Только погоди, а в этой сборке качать качалка не работает, что ли? Джойстики у него охуенно здесь. Чисто предметы? Или как? Окей, начнем с ПТ-хи. Приказ получен. Блять, спасибо большое то, что у него здесь даггер, а не лотар. Если был бы лотар, я бы монитор разбил от злости. Меня атакуют! Наступление. Ну надо же как-то танго реализовывать. А что я так понимаю по этому билду, раз у меня стиков в инвентаре нету? Это чисто статы. Как бы я могу эти ветки захавать, если что, если там тяжело будет. Если настаивать... Боится. Захожу с фланга. Так точно. Хороший ход. Да, первый скилл можно дуэль нажимать. Ну пока относительно лайтово стоится. Они падут под нас. Подожди. А в этом билде я чем себе ману должен восстанавливать? Со Святым Духом? Да. Ну, Легион говорит да. Окей. Блин, я думал донатить хочет, а он не донатит. А сейчас донатит. Ты определишь, что ты делаешь? У Кларити я бы и так покупал. На бусте жду стрим по Frostpunk 2. А, сегодня официальный релиз уже произошел. Ля, я не знаю насчет стримов. Как бы вроде бы и хочется, а вроде бы и колется. Это что такое? Дурачок себя походу кусочек от БФ решил прям по миду провести. Мне первый больше нравится. Ты чё, уже второй поиграть успел? Непременно. Давай, нападай. Подойди, нажми свою салу. Попыздим. Смотри, как умею. Атя, не на... Атя. Занять позицию.
На стриме глянул. Так глядеть Frostpunk и играть в Frostpunk — это вообще супер разное. Не буду голосовать. Все бойкот. Чё за бунт на стриме? Рамонович, красава. Я тут власть, блядь. Будут выебываться, буду вас супом с опилками кормить. А, не знает, где Руна, где я. Попизди. Давай! А я на хосте, что ты мне сделаешь? Оу. Мою мать! Моба такие каленые, ужас. Так, я пойду до базы, схожу. Короче, насчет Frostpunk, я подобные игры играю для души, а не для стрима. Я вообще не представляю, как подобные игры стримить. Играть для души на стриме? Не-не-не, когда на стриме играешь для души, это уже не то. Ты понимаешь, что на тебя смотрят постоянно челики? И это прям напрягает. Что? Там анимация была, Есть. Выдвигаюсь. Если настаиваете... Да дай кнопку-то нажать. Непременно. Живи, тварина, пока можешь, хорошо. Так точно. Иллюзия! Your top tower is under attack. Да, защищайся. Что, у меня лицо от кентавра отваливается, капец, как быстро. Your top tower is under attack. Без промедления. Ага. В наступление. О! Я добил. Не в мою смену. Да уби, да уби. Бам, 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 бам. Хуй тебе. Вообще даггер готов, вообще по красоте бахается так-то. Это что за хуйня там бегает? Снизу нету. Доктора нет. Там захватчик. Добротная стратегия. Ну, рано или поздно Пакича я за ляжку поймаю. Черт! Черт, нет. Да. Ну, тут я косякнул, есть такое. Скоро даггер будет. Хорошие стаки. Врагам нравится. Ну, я никуда не пойду, пока не наформлю себе на дайме. Эти 100 копеек несчастных надо доформить по любасу. Меняю положение. Мид пройти, давай. Призываю не голосовать, в смысле? Вон сейчас там 18 голосов на голосовании. Довольно большие обороты, как бы. Как бы в этом же и смысл. Дайте ТП, чуваки, под вышку просто сначала. Есть. Так нажмите на глиф. Погоняйте этих челиков, они ПТ-2, они слабенькие. Реально, он челы фрифар. Бейте их всех. Блять, я думал, ты в мид просил прийти. Я ж пику наверх. Я подумал, это Лего меня зовет. Я ищи волчком, дурной. В Леге все хорошо. Первая десяточка в копилку. Ля, а че, мы сосем, что ли? Ля, реально сосем. Ну хоть ключевые артефакты в билде присутствуют. 10 лет одни и те же прогнозы. Стример стабилен. С миру по нитке. Уничтожить.
Как бы Романович, ух, ёпт. Была бы возможность сразу несколько прогнозов делать, я бы ничего не говорил. То бишь, кто-то там голосует за то, что одно, за то другое. Но когда невозможно сделать один долгий прогноз и приходится его отменять, то это хуёво. Копья нужно сразу давать, чтобы увеличить атак спид. Я прекрасно это понимаю. Если я не давал копья, когда я паковую здесь пиздил, это не значит, что я тупой. Это значит, так надо было. Потому что если бы я ебанул эти копья, у меня бы были проблемки из-за этого, понимаешь? Блядь. Может, там рядом стояли крипы. И я рассчитывал на то, что я буду ебашить за счет момента куража, понимаешь? Понимаешь? Потому что чем больше меня бьют крипы, чем больше шанс прока, понимаешь? Ты умирать собираешься? Свободен. Вообще не прихуели, в смысле они сейчас под Т3 бегают? Это какого хуя вообще? Атакую! Я не готова. Теперь не уйдешь. Все идет по плану. Мы в дерьме. Но я куплю обратку, приду вниз. О! Может, паки что за ляжку цапнуть? Я вроде могу. В этот раз я даже достаточно силен, вроде чтобы его разобрать. Без проблем. О, май. Так, о, я сильный. Да, ты видал, ты видал? Разорвал на кусочки. Я, походу, единственная надежда моей команды сейчас. Только у меня сборка от Грейшарка, как бы, и тут... Не, ну ладно, тут, в принципе, сборочка нормальная. До БКБхи. Лично мне вот доедалось на легионке вообще не нравится. Я не люблю покупать артефакты на урон на легионку, потому что на легионке и так урона дохуя. На кой хуй мне еще этот урон бафать? Лучше решать какие-то другие проблемы легионки, помимо урона. Блин, обсерв. Черт. Ух ты! Да, не хватает. Так, ну вот это было охуеть, как внезапно. Из кустов меня притянула хуйня. А что ты не за дуэлю? Не хочу дуэль отдавать. Там тролль, в любой момент можешь нажать на ульт свой. Не тролль, не тролль. ЦК вообще не был уверен, что я его убью сейчас. Слишком дохуя в стане стоял. Мы уже проебали. Ой, как заебали эти нутики. У нас физ-сф. А в чем проблема физ-сфа? Ладно, я вижу одну проблему, он Даргаленс покупает. Это супер большая проблема. Вот это прям печально, это плакать хочется. Сам надеюсь, постригся опять за счет общественности. В смысле общественности? У меня в последнее время только один человек броет, это воробей. Скрытные передвижения. Хыч, 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 хыч. Ёпа, красота. Ну! 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 Их что-то как-то дохуя оказалось тут. Я думал, тут двое-трое, но тут все.
Угу. 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 Не, нахуй заберите это мне не надо. Ну, у меня соточку урона так-то. Силен. Сейчас вот здесь должен проходить вич-доктор. Если я правильно понимаю его движение. Вот он. Что я делаю? Бьем, бьем, Лего. А, нету. Без проблем. Приказ получен. Видно сильно. Один удар! Сейчас шлепочек бахнет. Че, не? Да ебать, бесконечные бомжи. Недавно откалибровался на 1000 ММР, ну нихуя себе. Сидон. Зря он инвиз забрал, я сам хотел его поднять. Тут я косячнул. Замолчал, не сказал ничего. Реально Драголенс купил? Реально Драголенс купил. Дальше пику покупает. И... Ой, блядь, какой билд хуи. Уааа. Это не сборка Грышарка, слышим, но... Да. О! Если настаиваете... О, май. Лучше... Силен, силен, не по годам. В чем суть челленджа? Выиграть со сборкой Грышарка. Пока работает. Ну пока по факту не хуйня. Выполняю. Ну типа билд пока плюс-минус норм. Единственное, что мне не нравится, то что здесь ни стиков, ни это... Ни сулринга нету никакого, чтобы хоть как-то себе ману восстанавливать. Приходится постоянно кларетки возить. Были бы стики, я бы ничего не сказал. Или там сулринг хотя бы. Так-то вообще по факту, ну вообще нормалёк. Ну вот Дейдалус я уже не понимаю наличия в инвентаре. Ой, там, блядь, пак сладкий, пиздец. Ага. Меняю положение. Меня вард убивает. Выживи. Чё такое долгое яйцо, блядь? Я бегу к тебе. Там реген, сука. 200 урона уже реген. Так-то, да-да, сука. Играть со мной, нам только. В пути! Где враги? А, они шарт убивали, окей. Сейчас сюда есть вероятность, что какой-нибудь челебосик причапает. О! Идеал. Достойный противник. Приближаюсь. Разбить построение. Устаки были для СФ, а стали для меня. Вопросы имеем? Сейчас исправим ситуацию. Батя пришел. Занять позицию. Так, одного потыкали. Второго ша тоже потыкаем, третьего тоже потыкаем, я сказал потыкаем, блядь. Потыкаем, я сказал, тыкать! Блядь, какого хуя эта тварь меня замедляет в БКБ-ху? Чё, а чем он меня замедляет? Ничего не понял. Что-то бред, почему я замедлился? Я не должен был замедляться. А ты именно на 20 левле, ты говоришь мне качать прев за атак по области радиусом 300. Вместо того, чтобы взять пиздатый талант на 8 шансов контратаки.
Почему на остальных ты не давал мне возможность выбирать, а тут... Точнее, давал мне возможность, а тут... Не даю... Не... Ну, по челленджу нужно брать, кстати, вот эту хуйню надо брать по челленджу. Ну, нахуя мне это брать вообще, зачем? Не-не-не, не хочу. Так, ладно, давай лесные предметы хотя бы выбирать не надо. А, лучше хуета одна выпала, точно. А где все смока? Топорами замедлил? А, ну да, БКБш настолько параша, что она ничего не блокирует. Забыл совсем, что оно в нынешнее время опять нихуя не работает. Ты не один или ты просто охуел? По-моему, он просто охуел, вот пизды дать. Я да. Ого. Так, а сейчас сюда должен тролль бежать, если я правильно понимаю. Чё там? Кого? Куда? Блин, тут где-то бегал Вич-доктор. Прям рядышком. Я ж тебя видел. Нихуя себе. А кто настоящий? Я настолько в себе уверенный, просто взял, зашел поспокойно под Т3. Дурачок какой-то. Так, дальше у меня кираса по билду должна быть. Ладно, хоть кираса мне немножко скорости атаки даст. А то что-то как-то совсем печально. А, хуя ты быстро резнулся. Непременно. Поставил печать АБС пластик, пришлось попросить, чтобы настроить очень капризный пластик. Ну да. Его нужно без обдува печатать. И на низких, наверное, скоростях. Не знаю, как он себя ведет при больших скоростях. Он пиздец какой противный в плане печати. Если настаиваешь... Минимальный обдув ему даешь, все. Ой, я не буду печататься. Я буду лопаться. Хоть духу я хочешь. Захожу с фланга. И че убить тролля? Есть. Ну я охуеть, так какой раскачанный уже. Сразу. Но тролля в ульту перебить будет нереально. Интересно, какой талант у него на 25-м билде? Если талант на вампиризм от куража, это просто сюр какой-то. И почему, чего это, какого хуя вообще? Меняю положение. Разогрев. Да, сборка Гришарка. Добротная стратегия. Скорее всего, вард стоит. Есть. Так Лего в соло сама по себе может грязь завозить. Персонаж так-то довольно сильный. Возьми вард, поставь вард сюда. Это шкила или не шкила? Девочка терзателя хочет. Хорошая тактика. Ну, давай, тоже. О, все, пошло. Выполняю. Давайте их заберем. Если а вдруг это девочка шкила? Их заберем или терзателя их заберем? В принципе, может быть и такое. Роля надо захуярить, что он там себе позволяет? Что заберем? Скажите, что роля заберем. В пути. Возьму себя. Эл. Ага. А где враг? Да. Да блять. Жим на терзателя? Да где вообще все? Убивать. Не ебать, критули, конечно, вылетают охуеть зачетные. Но скорости у меня пока все равно печальные. А как добить охота, а? Где они? На тройке, походу, все тусят. Я тут бегаю, потому что здесь центри миллиард. Это он меня топор кинул, мне показалось. Он меня топор кинул. Здесь хуйня пробежала только что. Походу вот здесь вот обсерв стоит все это время. Чё тебя не дали терзатели? Хороший ход. Сука. Ладненько, хорошо. О. Ахуеть, их тут дохуя! Ну там вард где-то стоит, я жопу ставлю. Вот тут вот вард стоит, вот здесь вард стоит, вот тут прям вот уточка.
Скрипов будем? Блядь, не... Она облетела меня. Димон, а бамбук может композитами печатать? Или там нейлоном может, что-то такое более серьезное, чем АБС, ПЛА и ПДЖИ. А, сука! Я просто нашел мод на тот принт, который я заказал. И там, короче, сейчас появился мод на переделку головы на бамбучную голову. Я не понял, почему арба не сработала на мой. И так-то этот, штучка довольно-таки интересная, но мне пока родная голова больше нравится. Мне нужно вырубить просто злоебучего тролля. Желательно первым из драки выключить его, и все. Тогда я выиграю игру. Потому что тролль единственный, кого я здесь убить не могу тупо из-за того, что у него есть вот эта злоебучая ульта. Блин, даже комментарий прочитать не жаль этого же Небека. Потому что Грейшай крут, он сборки создает. А не то, что чел просто в момент, когда сборки появились, просто создал сборки на всех персонажей. И так вот случилось то, что они стали популярными. Но нет. Это Грейшарк просто такой умный, пиздатый, охуенный, невъебенный, современный. То, что он такое сделал. А ты вот, стример, тупой долбоёб. Непременно. Overwhelming odds. Добротная стратегия. Приказ получен. Да дай 25-й получить, заебал. Без промедления. Пади. Мой клинок. Не, ну ладно, талант нужный. Обнаружил вард я. Мобильное убежище. Выполняю. На стальной стенд их тенд. Ну, я так и думал, что его переделать, как он. Блять! Ну, кстати, он не смог пережить. Ну, тролля убили, сейчас спокойно сможем трон закончить. Он без ульты нихуя не сделает на тролля. Просто делаем мегачей пока. Захожу с фланга. 15 секунд, я разъебу кого-нибудь. Так, подожди. Вот и все. Нет, я полным набором мегачей сделаю, я понимаю, что эту игру ей так выиграл. Вообще странно то, что бамбук за его цену требует доработки, чтобы печатать более серьезными пластиками. Кто-то там пукал на старте то, что мы проебали. Все собираемся по сборке Грейшарк чат. Рабочая сборка, я проверил.